Новогодние праздники – это прекрасный повод собраться, поделиться новостями, пожелать друг другу здоровья и долголетия, да и просто повеселиться. Рождественский бал во дворце Гагарина – хоть и для ветеранов, но ветеранов юных душой. Они, как и прежде, молоды, полны оптимизма и жизненной энергии. В фойе первого этажа почетных гостей праздника встречал ансамбль «Казачья песня». Ну и, конечно же, какой же праздник не обойдется без старых добрых песен? Пели много и с удовольствием. В голубом фойе дворца Гагарина представители старшего поколения водили хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом и танцевали под любимые мелодии, исполняемые муниципальным оркестром «Ретро». Как настроение сегодня? Отличное. Самое хорошее сегодня настроение. Мы даже рады, что пришли сюда. Праздник около елки. Возвращение в детство. Но в детстве даже не было так хорошо, как сейчас. Поэтому я всех поздравляю с хорошим настроением. Здоровья всем желаю и побольше таких радостных, счастливых дней в году. Новогодние праздники – это время подарков. А самый главный подарок, который дарит нам каждый Новый год – это надежда на лучшее и вера в то, что все будет хорошо и в семье, и в стране, и в мире. Счастье! И чтобы все улыбались и друг друга любили. Здоровья хорошего, благополучия, мира во всем мире. Чтобы никаких войн не было нигде. Хороших перемен, лучшим перемен. Чтобы Путин был. От всей души поздравляю всех пенсионеров и ветеранов с наступившим 2018 годом и Рождеством Христовым. Желаю самого хорошего, счастья, благополучия семьям, ну и чтобы все мечты сбылись. Всех благополучия, здоровья и радости. Остальное сами достанете. Хочу поздравить всех жителей города с замечательными праздниками, которые прошли. Пожелать здоровья, счастья, благополучия на долгие годы. Рождество – это один из главных христианских праздников. Слово пастыря и рождественские песнопения задали верный тон всему празднику. Богомладенец Христос, который родился, и сейчас мы вспоминаем его Рождество, принес в нашу жизнь свет, принес мир, принес благодать, принес радость. И вот важно, чтобы это чувство действительно коснулось сердца каждого из нас, преобразило нашу жизнь, обновило нашу жизнь, дало силы. Вот, созидать, строить, умножать доброе, светлое, которое в нашей жизни должно присутствовать. Новый год и Рождество – праздники, которые ждут и дети, и взрослые, и люди уважаемого возраста. Нашим бабушкам и дедушкам важно почувствовать заботу и внимание к себе. А ежегодный рождественский бал – это еще и возможность собраться вместе, показать себя, посмотреть на других, повеселиться и пообщаться. Ирина Самойлова, Сергей Соцков, День города.